Премьер Госсовет КНР Ли Кэцян провел переговоры с японским премьером Синдзо Абе. Встреча состоялась в Сеуле по инициативе японской стороны. Глава китайского правительства подчеркнул, что Токио стоит обратить внимание на чувствительные вопросы отношений между странами. Ли Кэцян призвал к нормализации межгосударственных связей. Для этого, отметил премьер, Япония должна усвоить уроки истории. Китайский политик также призвал к углублению политического доверия и прагматического сотрудничества двух стран. Синдзо Абе заявил, что Пекин и Токио обязаны обеспечить мир и стабильность в регионе, а также стимулировать развитие мировой экономики. Он подчеркнул, что намерен приложить усилия для поиска компромисса по актуальным вопросам китайско-японских отношений.